Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать очень простые, но красивые цветочки. Для работы нам потребуется моточек пряжи и крючок. Начинаем работу с 12 воздушных петель, замкнутых кольцо. Выполняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12. И замыкаем в кольцо соединительной петлей нашу первую воздушную петлю. Замкнули. Далее выполняем одну воздушную петлю и провязываем в наше колечко 23 столбика без накида. Выполняем. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. Напоминаю, всего должно быть 23 столбика без накида. Мы с вами выполнили в колечко 23 столбика без накида. И теперь завершаем ряд, выполняем в нашу первую воздушную петлю. Выполняем соединительную. Ряд завершен. И теперь приступим к выполнению следующего ряда. Мы приступаем сразу к выполнению лепесточков нашего цветка. Выполняем одну воздушную петлю. Это у нас с вами будет петля подъема. Далее мы выполняем 4 воздушных петли. Раз, два, три, четыре. И теперь будем провязывать 3 столбика с 3 накидами. Давайте посмотрим, как мы это будем делать. Мы выполняем 3 накида на крючок. Вводим крючок в ту же петельку, откуда мы с вами выполняли воздушные. Аккуратненько, не спеша, выполняем столбик с 3 накидами. Провязываем все 3 накида. И столбик выполняем недовязанный. Опять выполняем 3 накида на крючок. Вводим крючок в верхушку следующего столбика предыдущего ряда. И опять выполняем столбик с 3 накидами недовязанный. И выполняем еще один столбик с 3 накидами в верхушку следующего столбика предыдущего ряда. Выполняем. Аккуратненько, не спеша, опять выполняем столбик с 3 накидами недовязанный. Теперь все петли на крючке мы с вами провязываем вместе. Далее выполняем пико из 3 воздушных петель. Выполняем 3 воздушные петли и обратите внимание, выполняем соединительную, цепляясь только за 2 петелечки, которые находятся у нас в центре. Смотрите, боковые петли у нас с вами остались свободные. А 2 петельки – это петли от центральных 2 столбиков. Мы с вами захватываем и выполняем соединительную. Теперь выполним пико из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И опять же, захватывая за эти 2 центральные петельки, мы выполняем соединительную. И выполняем еще одну пико из 3 воздушных петель. И опять же захватываемся за эти 2 петли. Вот у нас с вами такое красивое тройное пико получилось, которое будет на верхушке нашего лепесточка. Далее мы с вами выполняем 1, 2, 3, 4 воздушных петли, которые закрепляем столбиком без накида. Столбик без накида мы вводим в верхушку столбика, в который мы с вами провязывали последний столбик с 3 накидами, то есть вот сюда. Наш с вами лепесточек готов. Вот такой красивый лепесточек нашего цветка получается. И давайте приступим к выполнению второго лепестка. Мы с вами выполняем столбик без накида в верхушку следующего столбика предыдущего ряда.
провязали столбик без накида. Далее выполняем 4 воздушных. 1, 2, 3, 4. И, как и ранее, выполняем 3 столбика с 3 накидами не довязаны. Первый столбик мы провязываем туда же, куда провязывали столбик без накида, верхушку того же столбика. Выполняем столбик с 3 накидами не довязаны. Еще один столбик с 3 накидами, верхушку следующего столбика. Опять напоминаю, выполняем его недовязанный. И еще один столбик с 3 накидами. В верхушку следующего столбика. Опять же выполняем его недовязанным. Все петли на крючке провязываем вместе. И теперь будем выполнять пико. Из 3 воздушных петель захватываемся за центральные 2 петельки. Это петли у нас от двух столбиков с 3 накидами. Далее. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных пико из 5 воздушных петель. И опять соединительная. И опять 1, 2, 3. И опять соединительная. Далее, как и в предыдущем лепесточке, 4 воздушных и закрепляемся столбиком без накида в уже провязанный верхушку провязанного столбика предыдущего ряда. Выполняем столбик без накида. Второй лепесточек готов. Так мы с вами будем выполнять такие лепестки до конца ряда. Всего у нас таких лепесточков с вами должно получиться 8. Мы с вами довязали последний наш лепесточек, выполнили столбик без накида. И теперь для завершения нашего ряда и всего цветочка нам с вами остается выполнить соединительную петлю в нашу первую воздушную петлю подъема. Выполняем. Наш цветочек с вами завершен. Ниточку можно обрезать. Поправляем с вами лепесточки. У нас с вами получается вот такой красивый цветочек. Давайте посмотрим, как он с изнаночной стороны смотрится. Центр цветка вы можете украсить бусинкой. Как я и говорила уже, центр цветочка вы можете украсить красивой бусинкой. И если вы выполните цветочек с более темной пряжи секционного крошения, он у вас будет смотреться вот так. Также вы можете центр цветка украсить объемной красивой пуговичкой, которую мы с вами научились вязать в нашей теме «Отдельные элементы крючком» на уроке номер 7. Подшить ее потом аккуратненько, и ваш цветочек будет выглядеть вот так.